Физкульт-привет, друзья и ученики, просто случайный зритель. Давно хотел поговорить с вами, пообщаться на тему, почему важно, нужно, необходимо понимать то, чем ты занимаешься. В принципе, любым делом. И особенно то, что касается вашего здоровья, что касается телостроительства, похудения, жиросжигания. Очень-очень важно. И в первую очередь для сохранения вашего здоровья и, естественно, для получения положительного результата. Здесь нам не подходит, да, что любой результат – это результат. Мы все-таки с вами хотим достигнуть определенной цели. Представьте себе, простая аналогия, вы купили конструктор, особенно если помните наши конструкторы детства, такие тяжелые, металлические, непонятно что, непонятно с чем, на картинке красивые были машины, самосвалы, краны, здания, но мы с вами собирали с этого конструктора что угодно, кроме того, что было на картинке. Естественно, если брать инструкцию, изучать, то можно достигнуть цели, построить, собрать то, что мы хотим. Точно так же очень важно понимать, где какая мышца работает, какая мышца как состоит, из чего состоит, где крепится, где берет свое начало, где заканчивается, из скольких пучков состоит каждая мышца, что такое белки, жиры и углеводы. Я думаю, не нужно объяснять, раскладывать по полочкам, да, все то, в чем нужно разбираться. Хотя бы на уровне дилетантском изучить спортивную анатомию. Благо, сейчас очень много есть хороших доступных книг, я вам их показывал. Это все убережет вас от дилетантов. Конечно, мы не берем сами за какую-то тяжелую работу, связанную с сантехникой, с электрикой, вызываем специалиста. Но мы видим конечный результат практически сразу. Этот специалист, если он специалист, делает нам работу, мы видим результат, платим деньги. Но когда дело касается тренажерного зала, телостроительства, либо избавления от лишних жировых накоплений, это очень далекая цель. Несмотря на то, что нам обещают быстрый, чуть ли не мгновенный результат. И поэтому в этом деле очень много, больше 90% людей-дилетантов, не разбирающихся. Вы видите сейчас в интернете очень много гуру. Очень много тех, кто с готовностью берет у вас деньги. И крупные суммы, и не очень. Я сам веду персональные тренировки дистанционно за деньги. И вживую тренирую людей. У меня есть, вы знаете, платная, закрытая группа. Несмотря на то, что основная масса, основная информация от меня исходит бесплатно. Особенно, что касается здоровья спины. Уже больше 1000 человек получили от меня рекомендации и получили пользу. Вы все это видите в отзывах, в комментариях. Я чисто физически сам бы не смог просто столько сфабриковать комментариев, лайков, подписей. Кстати, я на YouTube не накрутил ни на одного подписчика и считаю это просто неправильным со всех точек зрения. Но вернемся к вопросу того, разбираться, чем мы занимаемся. Конечно, у большинства из вас нет времени изучать те или иные вопросы анатомии, физиологии, не говоря уже о биомеханике. Но, друзья, делать это нужно. И это можно делать с интересом. Находите, сейчас очень много есть и в интернете людей грамотных, докторов, которые разбираются в том, о чем говорят, и вы можете с интересом смотреть их коротенькие ознакомительные ролики. Есть грамотные специалисты и среди журналистов, издающие свои журналы. К примеру, Дмитрий Яковина дает очень грамотные советы и для натурального тренинга, и для химического тренинга. Хотя с некоторыми вопросами у нас были несогласия, несостыковки, но все-таки человек очень грамотный
и к его советам я советовал бы вам прислушаться. Одним из самых грамотных и лидером все-таки среди всех гуру, я считаю, это доктор Любер. Его советы, которые он давал еще в 90-е, когда сам наверняка только начинал тренироваться, действуют до сих пор, потому что они грамотные. Сейчас очень много появилось псевдонаправлений, псевдотренеров, псевдодвижений. Даже всеми сейчас любимый, столь популярный кроссфит преподносится как что-то новое. Но, друзья, это не новое. Новое только как подача самого материала. Круговые тренировки изобретены довольно-таки давно и успешно и грамотно применялись. Но не забывайте, что кроссфит – это реально вредно. А преподносится он как здоровье. Это неправильно. Тренироваться для здоровья по классическим схемам кроссфита – это все равно, что курить и бухать ради здоровья. Серьезно, то же самое. Потому что будет увеличиваться левый желудочек сердечный, потом он не вернется. И что самое страшное, есть такая болезнь, не буду вас грузить ее медицинским названием, это когда при очень интенсивной работе отделяются мышечное волокно, попадает в кровь, попадает в почки, и человек реально может умереть. Такие случаи были уже. И сейчас умирает больше всего именно кроссфит спортсменов, если брать какие-либо направления, связанные с поднятием тяжестей. Потому что нет ничего вреднее для здоровья, чем делать физическую нагрузку со штангой, с гантелями, неважно с чем, без отдыха, между подходами, между упражнениями. Когда вы все это понимаете, когда вы хотя бы немножечко разбираетесь, вы сами уже видите, кто вам впаривает дичь, чушь, а кто вас пытается учить, направлять, помогать. Поэтому, друзья, относитесь ко всему критически. Даже к тому, что вы сейчас услышали от меня. Я не претендую на звание самого лучшего, самого грамотного специалиста. И уж тем более истины в последней инстанции. Я допускаю, что я тоже во многом ошибаюсь. Наверняка могу ошибаться. Но, по крайней мере, то, что я вам говорю с гарантией, что экстензия, гиперэкстензия и моя гимнастика помогает, и действует положительно абсолютно на всех, у кого проблемы с поясничным отделом позвоночника. Это факт. То, что периодизация крайне важна, особенно для натурального атлета, когда вы чередуете от тренировки к тренировке на одну и ту же мышечную группу различные варианты воздействия на ваши мышечные волокна, тренируя гликолитические, окислительные, промежуточные мышечные волокна, по порядку, по очереди, и в свою очередь непосредственно на каждое мышечное волокно есть внутренняя периодизация, когда каждое из мышечных волокон тренируется на силу, на массу, на выносливость. На рельеф тренироваться нельзя. Если вам кто-то это говорит, это чушь, дичь. На рельеф можно только грамотно питаться. Так что, друзья, не буду вас долго грузить. Обязательно пишите в комментариях, что вам нравится в моих роликах. И обязательно, еще более важно для меня, чтобы канал был лучше, чтобы подача была лучше, пишите в комментариях то, что не нравится. Я все комментарии просматриваю, на все адекватные комментарии отвечаю, особенно если вы задаете мне вопрос непосредственно по тренингу или по питанию. Это для меня важно. Мне важно, чтобы мы понимали друг друга с полуслова, как говорится. И чтобы вы понимали, что, зачем, для чего и когда вы делаете. Друзья, увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Делитесь этим и другими роликами моими в своих соцсетях. Увидимся в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Чуть не сломал. 2, 3. Друзья, не упустите возможность всего за $8 купить мою книгу о бодибилдинге, которая называется «Ступени натурального бодибилдинга» или «Fuck Fitness». Набирайте в гугле в поисковике, и выйдут ссылки, где вы можете ее заказать. Книга будет очень полезна для начинающих атлетов, для атлетов среднего уровня. Особенно будет полезна для инструкторов, тренеров, персональных тренеров.
Книжка отличается совершенно иным подходом и никак не пересекающаяся с общепринятыми методами тренировок современного бодибилдинга. В любом случае, согласны вы будете с ней или нет, очень будет полезно вам ознакомиться. Кто прочитал уже эту книгу, прошу вас оставить комментарии, что понравилось, что не понравилось, с чем вы согласны, а с чем категорически не согласны. Давайте двигаться вместе, развиваться вместе и двигать в массы правильные идеи, правильные теории и, соответственно, рабочую практику. Так как практика – это наше все. Теория без практики, друзья, это гниющий труп. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм.